Блин. Сейчас, если я вспомню. Открыли. Ну вот что за неправильно. Просто доставай бумажечку, но не открывай, а потом вместе откроем. За бабушку прячься, быстро. Того дня рождения подумаем еще. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Хорошо. Нормально. Мы сели завтракать, отвезли Каролину в школу, купили кофе, купили, не знаю, какой-то тортик, два кусочка тут. Так, что это у нас? Это суши-сэндвич. Такие вот у нас суши-сэндвичи продают. У папы у нас выходной, даже не один выходной, а всю неделю он дома, работы нет. Вонечка, привет! Часы разбили, теперь я постоянно туда смотрю. Там у нас часы стояли. Читала я комментарии под нашими последними видео. Оказывается, у нас много новеньких и задают вопросы, где мы живем, почему мы говорим на разных языках. На вот эти вот самые популярные вопросы ответить. Мы живем в Швейцарии, кто еще не знает. Мы говорим на трех языках дома. Вы в наших влогах можете услышать русский, испанский и немецкий. Почему мы говорим на трех языках? Потому что в Швейцарии говорят на немецком, ну, в той части, где мы живем, говорят на немецком. Почему на испанском? Потому что наш папа говорит еще на испанском. Поэтому у нас в семье три языка. Поэтому привыкайте, кто новенький, будете слышать периодически. Ну что еще, на какие вопросы еще были? Ну, в общем, я посмотрю, вспомню и обязательно отвечу. А сейчас у нас завтрак. Давай. Вот вспомнила, был вопрос про бабушку. Чем бабушка у нас болеет, почему мы ее лечим. У бабушки это возрастное, ей 83 года, поэтому, конечно же, у нее есть именно такие возрастные проблемы. В основном у нее болят ножки, поэтому мы их лечим, нам назначают физиотерапию, а у нее артрит, косточки болят, поэтому мы занимаемся лечением. Камера почему-то здесь на кухне, камера так снимает, желтого цвета. Еще один вспомнила вопрос был. Тоже очень часто его задают. Почему мы перестали каждую неделю куда-то выезжать только с одним ребенком? Я уже как-то говорила, у нас сейчас очень строгие правила. Те, у кого нет прививок, не могут никуда ходить, кроме как торговый центр для нас открыт. Мы прививки не делали, поэтому для нас все вот эти развлекательные центры, все для нас закрыто. Кинотеатры, в общем, мы никуда не можем пойти. А просто так куда-то идти гулять дети не хотят, поэтому пока что мы оставили эту тему. Может быть, когда снимут эти ограничения, мы опять продолжим. Тем более сейчас уже погода портится, осень, дожди, даже особо и погулять никуда не сходишь. Мы тут быстренько, пока дети в школе, съездили в магазин игрушек, взяли... взяли кое-какие настольные игры. И взяли мы большую игру. Как она называется? Большие кирпичики. Вот, здесь взяли тоже настольные игры. Сейчас пойдем покажем. Я еще хотела домино, и домино не нашла, Лео. Домино. Я домино искала. Давайте посмотрим. Так, это журнал посмотреть. Какие там еще игрушки, чтобы дети, может быть, скоро Рождество, Новый год. Взяли вот такой вот Memory, Baby Yoda, любимый. Каролина очень любит его. Star Wars. Дальше вот такая вот игра, это буквы. Макс тоже будет учить. В общем, тут пазлы собирать. Дальше вот такая вот тоже игра. Здесь нужно собирать слова. Картинка, и нужно искать буквы, собирать слова тоже. Так, вот такая вот игра, это игра на память. Такие крышечки здесь есть, нужно накрывать и запоминать, что под крышкой находится. Потом кидаешь кубик, какого цвета выпадает кубик, и нужно назвать, что под этой крышкой. Вот такая вот игра тоже на внимательность. Здесь есть карточки, здесь есть вот такие вот фигурки. Нужно собирать по карточкам вот эти вот композиции. Взяла Uno, одну упаковку. У нас уже потерялись некоторые карточки. Тоже любим играть. Такая вот большая игра. Я точно не знаю, как играть, но здесь тоже цифры, это очень хорошо. Цифры нам нужны. 6+, нужно почитать. В общем, что-то тут тоже нужно собирать, нужно почитать. Дальше взяли вот такой вот Рубик. Здесь тоже нужно собирать, как кубик Рубика. Здесь два игрока, и они должны, мне кажется, собрать
такую композицию, которая выпадает здесь. Это я знаю, что Ксюша будет играть. Ей очень нравится кубик Рубика. Вот еще одна игра. Здесь много разных игр. Здесь шашки, шахматы и всякие вот эти вот нарды. Вот это вот я не знаю, как играть. Нужно научиться. И еще одна игра. Это что у нас? А, это головоломки. Вот такие вот металлические. Это вообще супер тоже. Все. Все, что мы взяли. И вот это вот у нас Tumbling Tower. Вся семья. Будем всей семьей играть. А, тут уже есть коврик специальный. А, это сумочка, да. Я думала, это коврик, а это сумочка. Чтобы не в коробку складывать, а в сумку. Ну, даже это хорошо, это удобнее. А то я думала, как мы будем постоянно в коробку складывать. Запаришься. В принципе, они легкие. Но обязательно на ковре нужно играть. Иначе пол будет потом весь в мятинах. Пока построишь его. Поскольку по 3 штуки нужно строить. Ой, да ты что так радуешься? Что ты лезешь? Что ты лезешь? А что ты хочешь? Бонь, где мячик? Ищи мячик. Неси сюда, дай мячик. Давай, такая игра маленькая у нас. Да, маленькая у нас тоже была. Давай. Но она не сильно высокая будет, нормально. Мячик где? Мячик принесла? Мячик принеси, Бонь. Это было раз, и все, посмотри, как пожелтело, да. Сразу. Принесла, молодец. Нет. Давай. Неси мячик. Все, собрали? Так вот какую-нибудь трогать. И потихонечку вытаскивать, чтобы другие не упали. Мне кажется, надо... Вот, та, которая хорошо вылазит, такую надо. Нет, видишь? Нет, не полно. Значит, нужно искать другую. Нет. Нет. Все. Вообще трогать нельзя. Она сдвинулась. Она заварится. Ну-ка. Ну, шатается. Смотри, чтоб на голову тебе не упал. Она тугая, она не лезет. Все вот это на одной будет лезть. Ай! Она держится, получается, вот на вот этой, да, на вот одной. Да, вот на этой одной держится. Вообще здесь все так, вот это вот. Я не дышу, говорит. Что она там хочет? Она что-то потеряла. Иди. Чего, Бонь? Что такое там? А, мячик там. Мячик? Мячик, вот. Как она его нашла? Нет, она шатается. Нет, она шатается. Ты разыграешь Оля? Не надо, баба. Бонни сейчас на тебя упадет. Вот если на нее сейчас упадет, это вообще просто будет. Блин! Бонни! Чуть не придавила. Ты чего? Ну, вон тут сколько головоломок. 2, 3, 4, 5, 6 штук. Здесь, наверное, показано, как нужно. Надо попробовать без подсказки сначала. А потом... Они вообще вытаскиваются? Да, вытаскиваются. Мы играли. Мы уже играли. Привет. Как дела? Она уже присвоила себе мою куртку, между прочим. Я без куртки осталась. Надо еще одну купить, чтобы мы ее носили. Менялись вдвоем, да? Я хочу одну подлиньше, чтобы она была вот хотя бы где-то, ну, до колен. Не знаю, тебе нравятся такие? Она двухсторонняя, кстати. Можешь разворачивать в другую сторону. Ну, хочешь красную, хочешь черную. Красная некрасивая. Некрасивая красная? Почему? Мы играли с папой, с бабушкой. Она была большая, уже башня. И Бонька вот сюда легла. И башня падает, она успела убежать. Чуть не придавила ее. Чуть Боня помешала. Да. Не дыши. Боня, мячик иди, неси мячик. Вот это нужно ровно складывать. Дела? Ты сегодня часы забыла свои. Кстати, я не ношу часы. Это у меня не Маргаритины часы, это мои часы. Они у нее золотого цвета, а у меня белого. То кто-то у меня часы увидел и пишут, почему я ношу твои часы.
подарили тебе, а ношу я. Вот это мои часы, ребят. Это не Маргариты. Они беленькие, видите? А у нее золотые. У меня 44 миллиметра, у нее 40. У меня немножко побольше. Маргарита, не мешай. Марго. Она залазит туда? Да. Дай мячик. Пони, дай мячик. Мячик, Пони, смотри, вон он мячик. Достала. Она боится, а? Мячик, Бонни, вон мячик, быстро. Мячик! Я хотела, чтобы вот так. Знаешь, я какую сделала? Вот эту вот. Да. Самая легкая. Ну, вообще-то, это в принципе, вот это несложное. Если, да, вот это сердечко самое легкое, вообще проще простого. Вот делаешь. И вот эту я сделала, тоже вот это легкое. Да, это очень легкое. Сейчас, если я вспомню. Открыли. Так, вот так вот надо держать, открыть. Вот так. Потом это вот так. Господи, я уже забыла. Так вот. Раз, и оно наделось. Ну вот просто же оп. Ну. И все. Вот так вот. Смотри, видишь? Должно висеть вот это маленькое на вот этой. Большое, вот это большое на маленькой. Ну. Вот эту большую ты сюда продеваешь. Да. И потом вот так вот раз. Вот так вот. Я смотрела на рисунок, я не поняла, как это сделать. Это туториал. Туториал? Какой-то тоже секрет должен быть. Как-то вот оно должно так проходить. Я не знаю. Мозги можно поломать, честно. Вот. Да, у меня такая была же. Сейчас я тебе вставлю. Я должна вспомнить. У нас раньше была такая игра, называлась «Пятнашка». Мы вот так же передвигали. Только мы передвигали цифры. Нужно было составить 1, 2, 3 по порядку. И здесь, я так понимаю, нужно составить комбинацию, которая выпадет вот здесь. Как ее собрать, ты знаешь? Она между ними, да, я так понимаю? Все, понятно. Ку-ку. Вот так ставим. Так, а у кого какие должны быть? Желтые, красные. Сколько белых, сколько красных, сколько желтых. По сколько здесь? По 4. Угу. Вот тебе 4. Так, вот мне 4. Вот тебе 4. Чтобы шевелить. А, да, одна пустая остается, чтобы, да, чтобы они двигались. Я должна, значит, собирать вот здесь вот посерединке, да? Да. О, боже мой. Так, белый. Я в пятнашки играла много лет, поэтому, может быть, мне это поможет. Я же сказала, ты выиграешь. Ой. Ну вот что за неправильно начала. Нет. Нет, не опускай. Конечно. Вот. Пока все мы вместе сидим, все на месте, то сейчас покушаем и все разбегутся. Нет, какой хорек. Сама ты хорек. Да, адвент-календарь. Решили, что мы будем делать, да? Да. На всю семью только. А Макс, Клина тоже? Мы сейчас напишем, сейчас покушаем. Я напишу на листочке имена. Каждый вытянет бумажку. Бабуля тоже? Да, все. Абсолютно все. И она тоже будет делать? Да. Вот кто ей попадется, она будет тому делать адвент-календарь. Максимум на 100 франков, что, не больше. Что если я себя... То есть у меня ты не можешь сказать, что у меня... Да, можно сказать. Знаете, такое мелочь, там сладости, а можно какие-нибудь там... Ну, в общем, уложиться нужно в 100 франков. Папа, понимаешь? Нет, не понимаешь. Понимаешь или нет? 7 франков. Пора када уно. Так, все, я написала имена. Вот. А теперь... Да, теперь трубочку тоже заворачиваем. Вот эту. На, в шапку вот это положи.
Да, да? Так, все. Просто доставай бумажечку, но не открывай. Потом вместе откроем. Так. Каролина. Ксюша. Да, мы скажем. Не хочу. Я не буду тянуть, папа будет тянуть. Мне последний останется. Не подожди, не разворачивайте. На счет три. Раз, два, три. Открываем. Мне Макс. Бабуля. Я бабули. Маргарита. Макс Маргарите. Ты мне будешь. Мама, я Макс. Ты Макс. Папа Ксюши. А у меня папа. Все. Вот, как, мама. Запомнили? Запомнили? Я мама. На папу кого вытяну? Ксюшу. Ксюшу. Я Ксюша папу. Максу. Да, Каролина мне вытянула, а я бабули. Петрина Каролина. 1 декабря мы должны открыть первый подарок. А у нас еще время есть. Всего 24 подарка. А теперь скидываемся. На следующей неделе, с какой недели начинаем? С этой или со следующей? Можно с этой недели начать. Что новый делаю? Можно. Обстрел. Обстрел, слушай. А собирать кто будет? Все, беги. За бабушку прячься, быстро. Бабушке напало. Все, тихо, бабушка встает, палку отдай. Верни на место палку. Мама, это Майнкрафт, кирка! Die Frau bin ich wieder aufgestanden, Punkt. Ich war die wie in einem anderen Welt, eine andere Welt versetzt, Punkt. Нет. Последний остался. Последний курт. Картуно коме сесо. Вот такого хорька хочет Ксюша. Смотри, какие хорошенькие. Это не хорек. Я не видела. Ну, мы посмотрели все плюсы и минусы, и не знаю, даже просто там говорят, что они вонючие. Ну и что? У нас такие стоят $200 примерно. Мама, видишь? И они живут 7-8 лет. Это тебе не хомячок. Видишь? Я не знаю, ребят, может, у кого-то есть хорек? Напишите в комментариях, как вообще. Ваш отзыв оставьте. Хочу кошку или по вашему мнению, какие минусы и какие плюсы. Говорят, что очень легко их приучить в туалет ходить в лоток. Ну, в общем, умные они очень. Ему нужна отдельная клетка, где он будет спать. Вот. И потом выпускать днем, чтобы он бегал. Ну, подумаем. Ой, простите. До твоего дня рождения подумаем еще. Буду я заканчивать влог. Детки уже спят все. Я хочу немножко влог помонтировать, насколько меня хватит. И потом спать, поэтому... И у компьютера батарейки нет, как всегда. На сегодня все. Всем спокойной ночи. Увидимся в следующем влоге. Всем пока.